Здравствуйте, друзья. У нас очередная карта. Level Soup называется. Мы решили на ней снять небольшое видео. Погонять, так сказать, на нашем новом паке по грязи. Запускай. А, я запускаю его. Да. Ставить звук в игре потише мне. Сейчас разберемся. Так, ты появился, я появился. Ну, значит, я сейчас появлюсь. Посадили меня. Во, все, должен прилететь. Пум-пум-пум-пум. Что-то как-то долго. Что-то у меня управление не то стоит сейчас, управление. Все, я тут. Вот, у тебя прям на текучке оказался. Сейчас я тоже меняю настройки. Что, ты на КамАЗе или на Мане попрешь? Да сейчас, давай, я сейчас это сейчас включусь. Давай я могу на мастере. На, да, давай на Мане. На разных машинах, да, как бы сядем. Слушай, ну ман мы вообще опустили, он мне прям вообще нравится начал. Ну вообще как-то путевый получился такой, да? Что-то мы с ним долго мучились. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Ну вот и получилось, как бы очень хорошая, неплохая машинка. Вообще изначально машина была вот этот ман, но в ходе процесса мы его удалили вообще с настройками, и проблема там была. И текстура, вообще и... проблемный был, да, изначально. Да, в итоге нашли опять же в наших доступных различных сетях ман, но уже видно, автор его доработал, и вот уже получилось, что мы конвертнули и уже настроили эту машинку. Так что ман вообще получился чудесный. Ну, конечно, это не КамАЗ, не техничка КамАЗа. КамАЗы вообще крутые, прям. Да все вообще получилось. Самые, наверное, крутые. Ну, мы, хотя мы Татра там... с ними может посоревноваться. Мы сами себе нарадоваться не можем просто. Как бы, ну, каждый хвалит свое, да? Ну, что, давай гони куда-нибудь, я за тобой. Давай. И жалко, конечно. Опять брызговик так все-таки, да, что-то там какой-то. Ну вот я не знаю, что с ним делать, с этим брызговиком. Ладно, пусть изначально, пока он тут останется такой. Ух. Да, жалко, что вот нету, что освещение не показывает, урон там. Урон не идет. Ох, грязище-то тут, а. Надо было не сюда. Я тут не ездил еще через мост. Там тоже такое-то, да? Сейчас съездим, посмотрим, что там. Что там за каша? Вот, смотри, большой мост такой. Ну это одиночный растянули. Но. Ну, у него колеса как-то прям едешь. Аж у него заходит. Вот так. Да, и вот жалко, что не показывать вот эту всю грязь. Оба! Давай не поедем Опа. Туда. А ты вылезешь там, нет? Да. Я хорошо, я не успел еще нырнуть до конца. Ну, грязюка такая вообще так жесткая. Как бы хорошо, что он так мягко идет. По этой каше. Так, а в ту сторону что-то. А там тоже так же будет, да? Они лазят вообще добротно прям. Да. Прям от души. Автомобиль не только для гонок, но для разведок точки, да. Карты там всего. Туда, я думаю, не советую. Давай обратно через мост направо. Давай. Там где-то вот есть следующий поворот направо, по-моему. Здесь что-то совсем грязно уж. Там эти канавы. Давай через мост дуй вперед тогда. Ну да, надо вот такой одинарный как бы растягивать, да? Ну. Ну вот как-то его надо только прям аккуратно так растянуть. Ну, в принципе, направо. Блин, сюда. А ты мне хочу приехать. Завтра нас как-то не будет. Это
сейчас пикнем, забудем. Вон, Паша, Паша, стой. Надо было вот, вот поворот направо ты проехал. Вот тут есть поворот направо. И вот как бы пошел вот так вот вдоль леса налево туда. Так, сейчас я громкость маленько убавлю, а то что-то. У тебя уши... на... А, саму на это? Игры, ну. Что, мне так нормально. А он туда, направо? Да, направо и пошел и вдоль леса туда. Там тоже там шварка такая. Что-то грязюки вот. Там я даже скрин, по-моему, где-то делал там. Ну вот, налево туда, да, как-то. О, вот и сюда. Ай-ой-ой. Что там встрял куда-то, я не пойму. Я вон вижу уже по горам. Ух ты, нифига ты где. А я что-то самую прям в жесть залез. А там есть, да, где-то каша такая. Ты вылез? Вылез, да. Вон прет, да, не обалдеть. Да они шальные просто. Это грязище. На обычной карте, я думаю, они там просто, знаешь, как по маслу катиться. Чешет, да? КамАЗ, ну вообще. Аж гоняет. Я просто камеру сделал опять туда. Снимаю нас спереди. А вот где-то тоже, по-моему, засада, да, надо горку объезжать. Вот тут я скрин делал, вот справа, прямо вот на этой площадке. Все тут куда, направо, налево? Тут просто можно кашу понести. Нет, я здесь. Давай, я здесь дорогу нашел. Давай, какую-то. Знаешь, что сделаем? Давай в этот туда. Ты мана, наверное, бросай здесь. Дуй в гараж и садись на КамАЗ, да? А я, давай, я это тоже достал. А ты сядешь на мастера, а я на техничку или на я на мана, а ты на техничку. То есть эти давай тут оставим. А что ты хочешь сделать? Еще на двух машинах просто пройдем. А? Мы поменяемся с тобой. Давай я на техничке поеду. Я тогда на ман сажусь. Ман, причем я со спойлером, кстати. Люди еще не видели спойлеров. Новый аддончик такой. Все. Вот так у нас он будет выглядеть. Забавный такой. Дрифтер, блин. Так, все. Ну, он тоже неплохо смотрится. Да, ну как бы прикольно так. Все, давай, погнали. Ой, как техничка мне нравится, вообще. Вот это в натуре машина. Бешеная. Ой-ой-ой-ой. Надо на заправку заехать. Заправиться, а вон она. Давай сейчас сюда заверну. Где она? А вон сюда. Вот точка какую-то тут на халяву открыл. Ой-ой. Ух, я вообще на ручнике уже зашел. Скрин можно, да, сейчас тут лупить. Сейчас я выйду, чтобы мне не заправляться, да? Вот так вот я могу. Чтобы совсем красиво было. Оп. Есть так контакт. Даже подожди, сейчас еще один попробую. Не-не, стой. Во. Все, есть контакт. Все, погнали опять. Помесим тут еще немножко. Поехали. Как бы Татру мы, ребят, не тестируем, потому что мы как-то нет смысла. Так мы там, да, считай, она, ничего не меняли. Она была, так, то есть люди, наверное, такой же аддон, но покатались как бы. Она и в воркшопе есть, в принципе, уже. Ее обкатали, да, все, наверное, кому не лень. Все, пипец. Ушатал. Я сам не ожидал.
Не, за красоту на элит это. Бар, 250 очков. Как бы. Внешне оно нормально все. 1207 сразу урона прилетело. Вообще нормально. Ну давай, давай налево туда дуй. Опа! Я по горам поеду. Да, да, тут надо как-то объезжать, тут кашу, когда суешься, то есть. Грязюка, конечно, жесткая. Жесткая, вообще тут прям. Смотри, у меня даже грязь до спойлера долетела, обалдеть. Все летит вообще вокруг и около. 77, это как раз вот Витин. Витин регион, там, Москва. На спойлере. На спойлере. 77, нормально. Ох ты, какой-то каша просто вообще. Да, вот нормально. Ну, нормально такая. Тут надо Вите сказать, что вот такой вот грязюки бы он добавил, да? Что самый ништяк был. Да, так можно, конечно, такой помесить, скажем. Чтоб помесить, да, чтобы она прям летела. Она вроде как бы идет, и грязь во все стороны летит. Все чумазое такое. Ох! Найдадыра. Найдадыра принесла, заказывай, что тут машину отмывал тут на мойке. Мойку надо поставить. Что-то я не вижу. Нифига ты уже. Ох ты, нифига, я бы какую в этот скриншот сделал. Вообще ты красивый. Прочесал где-то. Прочесал, даже не заметил, как ты меня обогнал. Все, все. Я что-то разошелся. И такие тут можно покрутить, такие, да. Эти, в грязи. Ух ты, нифига, он аж разворачивает, он на месте, как на ручнике. Обалденно. Что же сейчас так? Кашу все тут разведем. Вот, ребята, вот такие автомобили у нас получаются. Ёлки, в принципе, пал. Пригодные. Таскать они ничего не таскают. Но, по крайней мере, погонять на любой карте он спокойно. Погонять. Как разведмашина, они вообще отлично просто. Все, они тащат. Как тягач можно использовать иной раз, там что-то дотянуть. Ну, так что вот аппараты такие. Техничка как бы вообще вполне полезный автомобиль получился. Да, там как бы можно полностью, я думаю, что все автомобили починить. Убитые даже. И починить, и заправить. Можно починить, убить и еще раз починить. Че, Паш, подъезжать? Еще тут заскореним, как бы, и все нормально. Давай. В принципе, людям. Такого тоже будет достаточно. Карта тоже такая забавная. Ну как бы мы ее проходили. О, вставай прям, стоп, все, стоп. Вот так мы сейчас. Сейчас. Чирик. Все отлично. Все, ребята. Вот, короче, продолжение. Ожидаем. Все, наверное, выхода данного пака. Я думаю, что все-таки, да, мы не будем сильно разочаровывать. До конца недели это должны выложить, его добить. Постараемся, по крайней мере. До конца недели постараемся, конечно. Доделать. И все. Ну все, ребята. Спасибо за внимание. Всем спасибо за просмотры. Ставьте, опять же, лайки. Мы, конечно, не мастера таких слов. Подписывайтесь на наши группы, на наши каналы. Наши каналы, да. Все, так что давайте, ребята. Все, всего счастливо. До свидания.